Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня я разбираю вот этот вот узор Брунелло Кучинелли. У него в новой коллекции платья, топы, футболочки. И два вида платья, одно я не смогла заскринить, где-то в видео показалось такое коротенькое. Платье из золотой нити или как-то так. Ну, в общем, девчонки, по поводу пряжи не буду говорить. Лучше вы мне напишите в комментариях, кто разбирается, что бы вы использовали для этого. Мы с удовольствием с остальными зрительницами прислушаемся, потому что я, ну, понятное дело, что что-то с люрексом. И я так предполагаю, что швейную нить можно использовать несколько сложений. Ну, в общем, я разберу этот узор и крючком, и спицами, как я его вижу, вернее, сам принцип, как он вяжется. Будет три узора, девчонки, потому что один я просто первый, как бы, пробный вариант. Три схемы я вам нарисую на все три узора, потому что если первый вариант, который я показываю спицами, потом в конце уже увидите, как бы, его переделанным, для этого платья не подойдет и этого топа, но зато подойдет, потом его можно использовать для других изделий, девчонки. Так что все три, они, я думаю, вам пригодятся. Вот такая крупная сетка поперечная. Итак, девчонки, у меня разорвались спицы, смотрите, на узоре, который я вязала. Хотела вот такой вот побольше кусочек связать, чтобы вам показать. Ну, порвались, больше у меня тоненьких нет. Я вязала на 1,5, но это мало, девчонки, вернее, это много. Для того, чтобы... Нет, 2,5, нет. Где-то 2 миллиметра, на спицах 2 миллиметра я вот это вязала, у меня 800 метров в 100 граммах вот эта ниточка дополнительная, и это с пайетками, сейчас покажу, вот это я так попробовала, ну, не, я так предполагаю, что там связано совсем единичка, это не усенькими, это нитники, я имею в виду, что не там связано, а нам, чтобы это все дело повторить, нам нужно вязать единичками. Сейчас я образец для вас. Хотя, наверное, образец я вам свяжу без пайеток, чтобы вам было хорошо видно. Я его свяжу вдвое вот этой белой нитью, чтобы было хорошо видно. Значит, что у нас получается по узору? У нас число петель должно быть кратно 12 плюс 3 петли. Это уже с учетом кромочных. Значит, я набираю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Это кратное 12 по 3 раза. 3 раза по 12 петель и 3 дополнительные. И 2 ряда я вяжу лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Это всего лишь имитация этого узора. Обращу ваше внимание, что это не тот, просто чтобы сделать вот такой вот симпатичный топ, можно его сделать и крючком, и спицами, сымитировав вот эту вот вязку. Это я повторяю, что я ни в коем случае не претендую на то, что это узор как в оригинале. И вяжу этот ряд до конца, еще один лицевыми петлями. Итак, провязала первый, второй ряд лицевыми петлями, третий ряд. Кстати, кромочную я вяжу изнаночной. Третий ряд. Я первую петлю снимаю кромочную и две петли провязываю. Раз, два. Далее закрываю 9 петель обычным способом. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас вот одна петля на правой спице, еще 2 мы провязываем. И закрываем следующие 9 петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9. Одна петля осталась, 2 провязываем. То есть наш раппорт — это 9 петель закрываем, 3 провязываем. Вот они, 1, 2 и вот 3. Теперь 9 закрываем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И остается 3 петли для симметрии. 9 мы их провязываем. Далее 4-й ряд. Первую петлю снимаем, 2 провязываем, и здесь набираем 9 петель. Вот сколько мы закрыли: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петли провязываем, снова набираем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петли провязываем. Девять набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 3 петли провязываем. То есть мы заполнили эти дырки. Так, есть 5-й ряд. Вяжем 5-й, последнюю надо было изнаночной. 5-й, 6-й и 7-й ряды мы вяжем лицевыми петлями. Вот эти вот набранные петли, все мы провязываем лицевыми петлями. 3 ряда. Так, 7 рядов. 3 я провязала. Теперь 8-й ряд. 6 петель закрываю. 1. Это я распустила, потому что не снимала. 2, 3, 4, 5, 6. Одна петля вот у меня на правой спице, еще 2 провязывает. То есть 3 у нас остается на спице. В начале 6 петель закрыла, в конце, потом по 9 петель, как и в предыдущем случае. У нас между 3 остается 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8, 9, и снова 3 остается, 1, 2, 3, то есть 1 остается от закрытия, а 2 петли мы еще провязываем, и 9 закрываю, 1, 2, 3, 4, 9 и 3 петли, 1, 2, вторую, третью провязываю, и остается последних 6 петель, которые я закрываю. Отрываем нить, отрезаем, я оторвала, вот она шестая, то есть здесь мы заканчиваем, у нас здесь такой вот разрез получается. И что мы делаем дальше? Мы эти 6 петель, вот смотрите, которые закрыли, вот здесь вот, мы теперь их на правую спицу набираем. Я первую петельку делаю узелок, потом эти нити придется, конечно, обрабатывать, прятать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь присоединяем к основному вязанию. То есть мы восстановили вот эти вот 6 петель, провязали 3, теперь мы восстанавливаем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 провязываем, 2, 3, 9 снова набираем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 3 провязываем. 1, 2, 3. И здесь у нас начиналось с 6. Набираем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 8, 9 я провязала ряды. 10, 11, 12 я вяжу лицевыми петлями сейчас. 10, 11, 12. Так, провязала 3 ряда, и теперь, девчонки, мы начинаем с третьего ряда. Вот не вот эти вот 2 первых ряда лицевыми, это так начинается, потому что у нас за третий идет наборный ряд, вот чтобы потом это все можно было скомпоновать в круговую. Поэтому далее мы начинаем с третьего ряда, у нас идет раппорт. То есть сейчас мы делаем, вяжем третий ряд. Вот такая вот получается сеточка, девчонки. Единственное, что я скажу, что нужна, конечно же, тоньше пряжа, конечно же, тоньше спицы. Вот, еще что, если увеличить, ну, я думаю, я даже не знаю, нужно ли увеличивать. Ну, в общем, добавляйте вот в эти сектора по 2 петли, как бы, в раппорт, да, сюда и сюда по петелечке. Вот, вот. Вот так вот, это спицами. За основу, значит, крючком. Опять же, я беру эту же пряжу и беру крючок, у меня 2 миллиметра, а тоньше нету, да и не видно вам будет. Значит, делаю узелок. Теперь за основу возьмем те же цифры. Значит, 3 раппорта по 12 петель, это 36 плюс 3, 39 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
34, 35, 36, 37, 38, 39. Значит, я держу вот эту 39-ю петлю ногтем, набираю одну петлю подъема и, начиная с этой петли, вяжу ряд столбиком без накида. 1. И так до конца ряда. Так, ряд я провязала. Теперь поворачиваемся, делаю одну петлю подъема, первую петлю не провязываю, у нас вместо нее петля подъема, и провязываю 2 петли, 2 столбика без накида, извините, то есть всего 3, если считать и петлю подъема. Теперь то же самое, что и вязание спицы, 9 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 9 воздушных петель. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пропускаю здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. То же самое, как и там, только здесь мы в одном ряду и пропускаем, и набираем воздушные. 9 петель набираю. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 внизу пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Вот прекрасно. Теперь вяжу 3 столбика в конце. 1, 2. Ой. 2 и 3. Так, делаю одну петлю подъема. Здесь провязываю 2 столбика. А здесь провязываю 9. Вот здесь как хотите, вы можете из каждой петли, но чтобы ускорить этот процесс, я вам рекомендую прямо из дырки 9 вывязать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Они потом, девчонки, распределятся, не волнуйтесь, будет все красиво. Далее вот эти вот 3, 2, 3, и далее снова 9. 1, 2, 3. Шесть, семь, восемь, 9. 1, 2, 3 и 9.
Последние три. Раз, два, три. Есть. Здесь я бы рекомендовала вот так вот и оставить такую сетку, потому что вот сейчас я вот смотрю, из этих трех рядов там один лишний, там достаточно два ряда, и будет тоньше сетка. Значит, что я сделаю здесь? Я отрезаю нить и набираю 6 петель с новой нити. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Здесь пропускаю 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И из седьмого здесь пропускаю 6. Раз, два, три. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из седьмого привязываю это все дело. Раз, два, три. То есть здесь получается половина дырки у меня. Далее 9. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, 9 воздушных петель. Снова пропускаю 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И 3 столбика вяжу. Раз, два, три, 9 столбиков воздушных петель. Два, три, четыре, семь, восемь, 9. Ну, а пропускаю 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И 3 столбика вяжу. Два, три. И в конце 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. В принципе, это весь раппорт, девчонки. Сейчас у нас ряд столбиком я вяжу. Вот только здесь он просто был в начале, а здесь вот в начало, да? Раз, два. Здесь я вяжу в каждую петлю. Три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, вернее, 6 и 3, которые здесь прикреплены. И далее я отсюда начинаю 9 вязать, ну, уже из дырки. Эти конечные, как бы, эту вяжем. Три, четыре, пять. 6 7 8 9 3. Раз, два, три. И снова 9. В конце мы провязываем в каждую петлю и начинаем потом. То есть это вот это у нас первый ряд сейчас. И далее повторяем со второго и так далее. То есть сейчас мы уже начинаем повторять с первого. Итак, девчонки, подведем итоги. Я вот разутюжила все свои образцы. Вот это вот первый, который у меня с пайетками. Конечно же, это не как в оригинале, потому что нужно тоньше эти секторы, но как отделка, я думаю, этот метод, как бы, эта схема может быть. Вот, кстати, схема. Я вам выложу ее, как бы, сейчас в видео отдельно. Я их прорисовала на все методы. Вот он первый, который я разбирала. Вот он второй, который я говорила, что по 2 ряда вот эта вот сетка уже более
похожа на оригинал. Если подобрать правильно пряжу, вот на нее схемка. Ну и последняя крючком. Вот схема. Так, схему заскринили. И крючком сетка. Самое близкое, самый как бы... Самое то, что нам нужно было. Ясное дело, что у меня акрил. Если бы это была струящаяся какая-то пряжа, все бы было точно так же, как в оригинале. Возможно, там ячейки больше. Ну, а возможно и нет. Возможно, это эффект пряжи, которая тоньше. Итак, схема крючком. Схема вот этой вот тонкой. И схема толстой сетки. Так, девчонки. Ну, в принципе, это все. Вязать, скорее всего, что такую вещь я не буду. Я не думаю, что это как бы будет очень востребовано. Ну, а вот сетку, ну, в принципе, это... Ну, в общем, не знаю я, девчонки. Не знаю, не знаю. Жду ваших мнений. Еще у меня кардиган поперечный, я все никак не начну. Да, и кстати, что хочу сказать, девчонки, у нас в четверг планирую стрим, так что на вечер, на четверг сделайте часик для меня, кто хочет пообщаться, у кого есть вопросы ко мне, вот, кто уже смотрит это видео после премьеры. Стрим вы можете посмотреть в записи. Он будет в записи. Так что вот так вот, девчонки. Ну, да, крючок самый оптимальный вариант. Но это для тех девчонок, которые, знаете, любят вот эти салфеточки вязать тоненькой пряжей, тоненьким крючком. Это не мое, если честно. Все, девчонки, жду вас на стрим. Готовьте вопросы. Я на них с удовольствием отвечу. А на сегодня, девчоночки, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.